Каким он был парнем в детстве? Ой, он упрямый. Всегда. И если он что-то себе какую-нибудь цель поставит, он ее добивается всегда. Вот он сказал, он это сделает, он доделает. Там огород перекопать, перекопает. Пока вот не перекопает, на улицу не выйдет. То есть вот такой упертый. Ко мне на работу приходили девушки, плакали. Как-то, мне кажется, у каждой мамы, у кого сыночек есть, вот такие есть и поклонницы девочки, которые в любви объясняются, приходят домой там или с мамами, мамам что-то говорят. Мне кажется, это у всех есть.